Богачи со всего мира учили казахстанцев создавать успешный бизнес. В Алматы прошел международный форум предпринимателей «За рамки». В нем приняли участие свыше 2000 основателей отечественных и зарубежных брендов. Долларовые миллионеры делились своими секретами успеха и горьким опытом, чтобы коллеги не повторяли чужих ошибок, могли сэкономить время и деньги. Кое-что для себя усвоил и наш корреспондент Денис Брагин. Фанфары, световое шоу, бурные аплодисменты. Международный форум предпринимателей «За рамки» открыли ярко и громко. В зале практически нет свободных мест. Аудитория весьма разнообразна. Персоны из списка Forbes, начинающие бизнесмены, а также те, кто пока только задумывается о своем деле. Выступающих внимательно слушало порядка 5000 человек. И каждый нашел для себя что-то полезное, уверены спикеры. Везде нужно предпринимать подход, поэтому поговорим про то, какие есть атрибуты у компании, у их основателей, какие есть уроки, которые можно вынести для себя. Долларовые миллионеры со сцены учили мыслить нестандартно и рассказывали об ошибках, которые обошлись им в круглые суммы. Организаторы говорят, форум «За рамки» нетипичный, он антимотивационный. Почему антимотивационный? Потому что сегодняшние спикеры – это международные спикеры, которые показывают свою не историю успеха, а наоборот, как они провалились, какие они ошибки сделали, что нужно сделать, чтобы прийти к успеху, какие провалы бывают, сколько он раз обанкротился. Почти 10 часов спикеры из разных стран, чей ежемесячный доход составляет десятки тысяч долларов, делились секретами успеха. Поведать свои пришла и казахстанская бизнес-леди Бермет Касабаева. Моя тема касается найма персонала и командообразования. Я буду рассказывать о своем 2-летнем опыте, который я прошла сейчас на сегодняшний день как предприниматель. Также я поделюсь инструментами, которые сейчас мне помогли уже сформировать ту команду, которая вместе со мной, да, идет за приключениями. В промежутках между выступлениями участники форума знакомились друг с другом, общались и тут же договаривались о сотрудничестве. Ведь именно коммуникации являются одной из основ бизнеса, отмечают предприниматели. Ну а главное правило в любом деле – не бояться рисковать. Денис Брагин, Алмаз Нурдос, КТК, Алматы.